Всем привет! Я рада приветствовать вас на канале MyLoOpt. И сегодня хочу показать вам формочку пластиковую в виде овала. Поставщик Россия. Она удобная, несмотря на то, что пластиковая, она все равно прочная. В нее можно спокойно заливать горячую мыльную основу, она не расплавится. Мыло легко доставать. Достаточно постучать просто пальчиками по дну, и мыльце само вытащится. А также можно в ней, например, делать даже желе. Тоже будет смотреться оригинально. Также можно будет, например, сделать обычное мыльце, а потом уже украсить его различными компонентами, там ягодками мыльными и прочим. Это как бы простая форма, но в то же время, если проявить фантазию, то можно сделать шедевр. Она прочная, она надолго у вас будет, она не трескается. Если упадет, она тоже не треснет. Она надежная, ее легко мыть, за ней очень легко ухаживать. Благодаря ней как раз можно проявить фантазию, сделать какое-нибудь очень оригинальное мыло, например, там двухслойное, трехслойное, даже мыло со свирлами тоже будет как раз в этой формочке, очень будет как раз хорошо. Также можно делать в ней простое обычное мыло, которым вы хотите пользоваться постоянно, то есть чтобы не жалко было не мыть руки, умываться, оно будет простым, но и тоже не полезным. Именно благодаря как раз этой формочке вам будет очень удобно. Также можно даже, например, конфеты или шоколад заливать туда, она застынет и тоже будет спокойно можно украшать различными сливками, бусинками съедобными и прочим. Как видите, эта формочка вроде бы и простая на первый взгляд, но если проявить фантазию, тогда можно делать различные шедевры, как мыльные, так и шоколадные. Вот я вам ее покажу. Она вот такая эластичная. Вот такая вот она. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. Хорошего вам настроения!